Уважаемые зрители канала «Заметки нумизмата», я очень рад вашей активности, которую вы проявляете в конкурсах, которые мы объявляем. Да и сами конкурсы, думаю, заставляют вас немножечко изучать нумизматику, изучать монеты Российской империи, в том числе золотые монеты, по которым я стараюсь задавать вопросы. Но вопросы будут не только по золотым монетам и не только простые. Некоторые вопросы заставят действительно постараться разобраться в теме серьезно. Ну и приз в этот раз — новодел монеты 37 рублей 50 копеек самого высокого номинала Российской империи, выпускавшийся в 1902 году в золоте в честь российско-французской дружбы. Эта монета имеет двойной номинал 37,5 рублей, то есть, повторяюсь, высший монетный номинал в Российской империи, и одновременно 100 франков, золотых франков Франции, которым эта монета равна по весу. Соответственно, первичный тираж монеты распространялся именно среди участников российско-французских переговоров о дружбе в 1902 году. Ну а уже новодел выпущен в советское время в медном никелевом сплаве и, за исключением нескольких деталей, повторяет оригинальную монету, изготовлен инструментами, произведенные на основе оригинальных инструментов, так что это совершенно официальный продукт монетного двора, предназначенный для коллекционеров в советское время. Монета достаточно популярная, надеюсь, победителю эта монета понравится. Я предлагаю экземпляр в прекрасном состоянии, в оригинальной запечатке, без повреждений. Хорошее пополнение коллекции. Сразу скажу, у меня в коллекции также лежит такой экземпляр 3750, новодел. Ну, оригинал позволить себе сложно, дорого, и не всегда, конечно, такая возможность у нас с вами есть. Будет хотя бы такая монета. А теперь давайте перейдем к вопросу. Император Павел I, которого многие считают одним из наиболее сложных представителей рода Романовых на российском престоле, человек сложного характера, сложной судьбы, отлученный фактически от престола своей матерью Екатерины II, ждавший, буквально ждавший смерти своей мамы, что, конечно, отразилось на его настрое. И после пришествия к власти в 1796 году, проведшим денежную реформу, фактически изменившей полностью стандарт, дизайн денег, использующихся в Российской империи. Павел I фактически временно отказался от наиболее распространенного медного номинала. Вместо так популярных пятаков времени Екатерины II появились более массово монеты номиналом 2 копейки, 1 копейка. А на рублях пропал портрет императора. 90 лет после этого, вплоть до 1886 года, уже до реформы, проведенной императором Александром III, на российских монетах, предназначенных для массовой чеканки, не изображался портрет императора, правившего в этот исторический период. Но исключения были. Императоры появлялись на монетах в память каких-то событий, появлялись на пробных монетах или специальных монетах для дарения, донативных монетах, появлялись на монетах для отдельных регионов Российской империи. Так что традиция вроде бы и была, но соблюдалась не полностью. Итак, вопрос. Какой российский император не изображался ни на каком типе монет, ни предназначенных для обращения, ни для регионов, ни пробных или донативных, в период своего правления? Ждем ваших ответов в течение одной недели с момента выхода данного выпуска, а победитель, я думаю, будет рад призу. Удачи вам, смотрите наш канал, слушайте ответы и принимайте участие в наших конкурсах. Большой-большой вам удачи!